Всем-всем большой привет! Давайте посмотрим, что же я заказала по 8-му каталогу компании Avon. Наконец-то я долгожданный свой заказ принесла домой. Он был, конечно, небольшой, но все равно хочется его показать. Подруга взяла сразу большой объем шампуня «Малина и гибискус». Это ее любимый шампунь. Она всегда берет 250 мл, но тут говорит, давай уже я возьму, чтобы мне надолго... Можно открыть, посмотреть. Он, знаете, такой... Сейчас я спецэффекты не сделаю, нет. Светлый, перламутровый, очень приятно пахнет. Ну и такой классненький. Ей нравится. Так что приехал, будет пользоваться. Также мне в прошлый раз, еще по 7-му каталогу, было заказано вот это очищающее, тонизирующее средство. Огурец и чайное дерево. 2 в 1. У меня его тоже берет только уже другая подружка. Его не допоставили тогда, и сейчас вот оно все-таки приехало с этим заказом, 125 мл. У нее такое заканчивается, и она вновь заказала точно такую же. То есть нравится, пользуется, и говорит, раз заканчивается, надо брать. Поэтому можно обратить внимание, раз человек берет повторно, не первый раз, и значит действительно хорошее. Дальше две новинки в компании Avon появились. Гели для душа Senses. Это лимитированная коллекция, поэтому они временные. Первая — умиротворяющая гармония Востока. В нее входит аромат жасмина и зеленого чая. Зеленый чай очень яркий, красиво так звучит по-летнему. Кто любит аромат зеленого чая, вам понравится. Прямо чисто летний аромат и очень красивый дизайн. Второе — солнце Калифорнии. Это уже кремовый гель для душа. Аромат здесь розового грейпфрута и франжипани, кажется. Ой, вообще так бледно. Вот посмотрите, как написано. Очень мел. Очень бледным. Рыжим на рыжем. Вот этот аромат меня просто покорил. Я себе таких возьму даже, наверное, про запас. Гель для душа Avon срок годности 3 года. Это новинки, поэтому... Пусть у меня стоит, я его буду нюхать и радоваться. Прямо пахнет натуральным грейпфрутом, свежесрезанным, вот напополам обрезали, ну как, порезали, да, как правильно сказать. И вот так он пахнет, очень классно. Поэтому я себе обязательно такой возьму, прямо цены нет такому аромату. Я люблю просто цитрусы. Две пены, вот такие симпатичные, взяла у меня тоже подружка. Первый — розовый букет, а второй — шоколад и апельсин. Вот такие вот две. Цвет у одной такой нежный розовый, а этот такой темного шоколада цвет. Ой, дотянусь. Два милейших медвежонка. Она хотела 4 пены, но две уже не было на складе. Еще такие две, как бомбочки, да, кругленькие. Ну, без них. Дальше. Был в заказе, еще тоже подруга себе взяла. Вот такие две водички. Одна новинка, вторая уже знакомая. Summer White. Вот этот с ароматом... Так, аромат чего здесь? Ландыша. Вспомнила. Тут аромат ландыша. Сейчас я вам покажу. Подруга всегда мне говорит... Доставай, пользуйся. Так, сейчас я уроню. Ай, ай, стоит, стоит. Вот такой он зелененький, симпатичный. У меня такой есть, мне он очень нравится. Это чисто летний, приятный такой аромат. Сюда ставим. А второй аромат новенький. Цветы персика входит, янтарь и еще что-то. Для меня... Ну, как всегда. Но я не полезу, я просто в кадр залезу сейчас. Пусть так. Для меня аромат нежных таких свежих цветов и как будто зеленого яблочка. Ну, вот мне так показалось, когда я буду листать каталог, я это повторю. А вообще входят цветы персика, лилия и янтарь. Очень приятный аромат. Вот. Он вот так выглядит в каталоге. Понравился. И недорогой. 275 рублей. Вот. Дальше подруга себе взяла для ног. Это лавандовый крем для ног. Он ночной считается, ухаживающий.
Цвет очень красивый, лавандовый. Нежно пахнет лавандой, не ярко. 150 мл. Очень хороший крем. Его практически все любят. Кто пробовал, тому понравился. Хороший крем. Дальше. Был в заказе вот такой бодрящий зеленый чай вербена. Это спрей. Он спиртовой. Кто не любит спиртовые средства, то не понравится. Ну, кто-то берет вообще там просто на постельное белье пшикает, кто-то квартиру освежает, кто как берет. Ну, в общем, вот так у меня было в заказе. Также еще у меня заказали укрепляющее вот такое средство. Я уж открыла заранее, чтобы не повредить коробочку. Вот с таким названием. Вы знаете, мне так понравился цвет. Я не открывала, кисточку не смотрела. Но вот мне кажется, очень красивый цвет. Прямо такой перламутр, как ракушка. Видно, наверное, да? Прям цвет, как у ракушки. Вообще супер такой. Таким укреплять одно удовольствие ногти. Дальше. Ну, я уже не буду показывать, потому что была в заказе тушь. А я открывать ее не могу. И давайте покажу, что же я себе-то заказала. Я же себе еще что-то взяла. Взяла себе вот такой аттракшн. Вы знаете, пришлось мне добивать, потому что заказ у меня оказался очень маленький, и не хватало минимальной суммы, чтобы какой-то процент скидки был. Потому что девочкам я тоже со скидкой продаю, и чтобы не оказалось доставка еще платная. Я взяла себе, в общем, вот такой аромат Attraction. Мне нравится, что он идет с пульверизатором. Это женский аромат. Хочу его разнюхать, потому что у меня 0,6 был, вот маленький совсем. И что-то я не поняла, чем он там пах. Поэтому хочу потестировать именно. Буду тестировать этот. Потом взяла я в распродаже тени. Там трио распродавалось. Взяла вот в таком оттенке. У меня тени хотела еще взять и подруга, но ее оттенка уже не было на складе, и он шел уже как под серым ценником, что нет и не будет. В коробочке вот в такой, вот так смотрятся они интересно. Я по каталогу не очень поняла, что тут блестки. Посмотрите, это не просто блестки, это вау-блестки. И в белом цвете, и в темном, вот. Просто сплошной, я не знаю, диско-шар какой-то. Ну, видно, мне кажется. Вот, видно, да. И этот прям как блестит. То есть, если бы я знала, я бы его не взяла, этот оттенок. Я думала, тут сатиновые тени. Мне очень хотелось розовый цвет. Ну, давайте я вам покажу, как же тут все это дело на самом деле выглядит. Сейчас я тут пощедрее насобираю. В общем, на руках это смотрится, на пальцах вот так. Постараюсь так поаккуратнее перенести, чтоб не грязью. Ну, в общем, смотри. Ой, даже камера растерялась. Это реально блестки. Если они не будут осыпаться по лицу, то ладно. Но если это будет через 10 минут по всей моське, то это будет не очень, конечно. В общем, вот такой тени. Но в целом я розовым-то осталась довольна. Мне розовый нравится. Если эти два мне никуда не подойдут, то я буду пользоваться розовым. Мне хочется попробовать, в общем, потушевать вот этот вот серый, ну или темный, с розовым. Как вот будет переход. Ну, тут я сейчас в грязь, конечно, размазала. Ну, попробую. В общем, розовым я буду пользоваться. А вот. И он, мне кажется, сыпется. Видите, я чуть понабирала. Ну, сейчас все пальцы уж перепачкала. И вот прямо крошечки. Может быть, будет сыпаться. Вот, видите, прямо. Хотя он хорошо распределяется. Нет, розовый мне нравится. Ругать больше розовый не буду, он хороший. В общем, 199 рублей, скидки на них уже не было. За один розовый цвет, получается, я отдала вот такую сумму.
Так, теперь я вся грязная. Денег моих все еще не хватило на заказ, поэтому я взяла себе Incandescence шариковый дезодорант. Если не самая жара, то на мне работает. И еще пришлось взять вот такой карандаш. Это не я его так раздербанила, он ко мне такой приехал. Так, вот в таком оттенке я увидела, что green написано. Green я умею переводить, потому что все зеленое я люблю. Поэтому с грином я справилась. Вот тут тоже, в принципе, очень красивый такой цвет. Мне он понравился. Я не буду сильно вытягивать. Давайте посмотрим, так, где осталось у меня ненарисованное. Он без блесток. И такой, знаете, зелень-то, уходящая в серость, в болото. В общем, это я люблю. Вот именно такую зелень я люблю очень. И в тенях, и в карандашах. Я очень рада, что вот такой карандаш. Он был в распродаже, там до 80% или до 85%. Обычно при заказе Вейвен на втором шаге идет вот предложение. И я его, по-моему, там нашла. И решила, что он мне нужен. По-моему, 99 рублей он стоил. В общем, довольна. Карандаш я прямо очень рада, что заказала. А вот сейчас я вижу в нем какие-то поблескивания. Смотрите, вроде бы блесточки-то в нем немного-немного, но есть. Не знаю, видно вам или нет. Но прямо слабое-слабое вот поблескивание-то есть. Если уж совсем кто-то придирается. Но мне это нравится, мне очень нравится. Я довольна, как слон. Сейчас с вами еще сразу загружу 9-й каталог. Я его уже специально полистала, пока было солнышко. Также полистали мы с вами фокус и распродажу. Все? Нет, не все. Еще для представителей приятненькое предложение. Мы тоже с вами полистали. Все, спасибо всем за внимание. Надеюсь, со мной было интересно. Я была в чем-то полезна. Всем до новых встреч и всем пока!